Амолин. Царю небесный, утешителю души истины, и везде сыся исполняй сокровище благих, и жизни подателю принеселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, меня хорошо слышно? Кто-нибудь ответьте, слышно хорошо? Хорошо. Слышно? У меня программа обновилась, я что-то еще не могу разобраться никак. Кто-нибудь может текст вывести на экран? Да, Евгений Шкарина, вы демонстрацию экрана поставили, да? Ничего не происходит. Ладно, я начну читать текст. Сегодня 30 января 2019 год. Мы продолжаем изучать пособие для беседы о вере с людьми различных убеждений. Так. Сергей, ну вот два квадратика там, и на них нажмите, это и есть демонстрация экрана. Все, вижу. Благодарю. После того, как работа... Так, и еще один момент, я не могу остальных подключить. Вот Шкарина, я его... А Борис здесь нет, который снимает. Тоже не могу подключить. Перетягиваю и не перетягиваются.
Как будто опять меня из администратора выкинули. А сверху там плюсик нельзя нажать, добавить к беседе. Человечек нарисованный, плюсик. Добавление участника, ага. Меня Борис интересует, почему я не могу его подключить-то. Тоже, наверное. Написано, Борис участвует. Борис здесь? А, все, вижу, да. А почему сегодня с опозданием? Потому что кто-то опять напакостил, звонит и все срывает. Сам звонит, я не могу никого добавить. Сколько раз уже говорили. Не звоните, ждите звонка. И сейчас буду спрашивать, никто не сознается. После того, как работа была начата, Панин написал 40 тысяч страниц, на которых он произвел одни вычисления, решая математические задачи и записывая числовые факты. На этих страницах он вдумчиво записывал миллионы мелких аккуратных цифр. Его работа составляла тома, а его открытием нет конца. В течение 50 лет Панин работал по 12-18 часов в день, исследуя обширную числовую структуру Библии. Тот факт, что он смог все это сделать один, поистине свидетельство его усердия. Выдающимся результатом труда всей жизни Панина являются две книги. Греческий Новый Завет в числовой структуре и английский Новый Завет, основанный также на числовой структуре. Обе эти книги являются научными трудами и заслуживают самых высоких похвал. Тоже кто-то новый появился, кто не вижу, кто появился, где появился. Это в чат просто написали. А где мне, чтобы видеть чат, где кнопка-то у меня справа? Тут слева, сверху, там, чат и красненький этот самый знак. Это... Нет, слева еще левее, выше. Вот это? Да. Я на него жму, ничего не происходит. Ну тогда, значит, на название беседы нашей надо нажать, наверное. А вот теперь внизу слева от микрофона был значок. Слева от микрофона, еще левее там. Вот этот? Да. А вот он чат, да, получается. Благодарю. Каким образом вновь открытые факты затрагивают нас? Осмыслите это. Вновь открытые факты действительно доказывают, что Библия является книгой, вдохновленной Богом. Бог дал нам это удивительное доказательство для того, чтобы мы могли признать, что Библия – это его собственное драгоценное слово.
Если Библия – слово Бога, то наш долг и обязанность знать, верить и исполнять указания, данные им. Обратимся к Библии с открытым умом, с открытым сердцем, с открытым оком и посмотрим, каково божеское послание к людям. Мы видим, что Библия дает печальную картину человеческой расы. В ней дается описание того, как мы выглядим в нашем собственном состоянии, какими мы предстанем пред божеским взором. Мы, грешники, по природе все грешные и недостойны рая Божия. По природе мы духовно мертвы. Духовная смерть распространилась на всех людей, ибо все согрешили. По природе мы виноваты перед Богом, мы уже осуждены. Евангелие от Иоанна 3:18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Мы отдалены и далеки от Бога, и находимся в темноте без Христа, без надежды и без мира. Но по природе мы безнадежные и беспомощные грешники. Если бы это было единственное послание Библии, это было бы довольно трагично. Но, к счастью, Бог имеет и другое послание, послание хороших вестей. Для потерянного, нуждающегося человечества Бог предусмотрел и путь спасения. Христос, Сын Божий, заплатил долг греха людей своей смертью на кресте. Пока мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он взял наши грехи и умер на кресте. Христос поднялся из мертвых, воскрес и вознесся на небо и сидит одесную, то есть по правую сторону от трона Бога Отца. Теперь те, кто принимает Его, все, кто верит в Него, имеют духовную жизнь, а не духовную смерть. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Наш Христос может прощать до предела. То есть Он может спасать самого большого грешника, самого далекого от Бога, но только до его смерти. Как бы кто бы ни воззвал к имени Господа, будет спасен. Христос стучится в дверь вашей жизни, зовет именно теперь. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Что вы сделаете с Иисусом, примете или отвернете, ваше решение определит вашу вечную судьбу. Человеку с обывательскими, сиюминутными, меркантильными рассуждениями чужды высокие порывы. У него всегда наготове вопрос, для чего все это нужно, кому от этого польза, какой прок. Этот материал не для них, когда скептицизм, эгоизм, неверие проникли во все сознание человека, вот тогда-то Бог и воздвиг этого подвижника, принесшего в жертву свою жизнь, чтобы открыть удивительный закон Божий, который неопровержимо доказывает неверующим, что Библия – Слово Божие. В каждой строке, в каждом стихе, каждой букве вкус, аромат, звучание, цвет, ощущение божественной мощи, силы, неопровержимости. Кто не поверит после этого, что Библия имеет автором единого Бога, тот в неверии и умрет. Так, вопросы, пожалуйста. Игнат Тихонович, есть что добавить по вот этой, по прочитанному? Вот проходим второй пункт. Первый доказали, что беседовать с человеком, неверующим в Бога, что Бога нет.
Это окружающий нас мир. И этим нужно научиться пользоваться. Верующий должен иметь большие познания в природе, в космосе, в физиологии человека. Просто это необходимо. Вот о чем пишет Павел Иосифович Рогозин. Называется книга «Существует ли загробная жизнь?». Он протестант, там баптист, но там много хорошего. Кто желает, почитайте. Эту книгу там, за малым исключением, даже старообрядцы издали отдельно. Это нужно знать. Доказательство того, что есть хозяин у любого предмета, кто его делал, тебя показывает, допустим, телефон, карандаш. Так нет, что графит прилетел, от дерева сучок отломился, посередке попал, склеилось. Нет ничего в природе, чтобы само по себе. Ничего нету. Все отмирает, падает, гниет. И не верит в Бога. Вот, а Бога я не верю, что Бог есть. Но это не просто человек не верит, а он безрассудный. Он ничего не хочет знать, не знает, зачем живет. Вот оказалось, есть такой чат, называется рулетка. Чат Т буква, Т, чат рулетка. Вот у нас умер Сергей Козлов, парализованный. И он перед смертью, незадолго до этого, два ролика выставил, он туда опустился. Я не знал про это существование. А сейчас мы туда зашли. Это как в глубину ада спускаешься. Специально сделали вот такой доступ. Там не регистрироваться, ничего не надо. Люди почти все полуголые или голые. 80% занимают мусульмане, где многоженство. Это чат, сделанный для развратников, потерявших совесть. И доказывать можно, но кому? И вот мы там встречаемся. И там, может, идут кадры. Кадр раз, минут, на секунды там несколько. Ты не нравится, нажал, он ушел, кадр. Но бывает заинтересованные. Что? Вы кто такие? Вот дальше начинаем рассуждать. И мы уже записали больше 10 роликов. Бывает на одном ролике около часа меньше до 10 человек. Понемногу. Как им доказать? Вот теперь на практике там как работать. Что это за человек? Чего он ищет? Больше всего я в Бога не верю. То есть ему ничего кроме разврата не надо. И они показывают там половые органы и что угодно делают. Хотя по условиям пользования этим ресурсом это все запрещено. Ну не уследишь и совести. Вот кто если будет смотреть на нашем видеоканале эти ролики, то название их там такое. Пойдите по изгородям, зовите всех. Ну, названия такие, под номерами 1, 2, 3. Можно найти в самом начале. Так что следите. Мы уже выставили несколько таких. Вот теперь и покажи, на что ты способен. Я повторяю, это как спуститься в преисподнюю. Маленькие девочки, там другое, у них ничего на уме нету. Все открыто. Безобразие. И они только показывают постель, там, взрослые, да, ну, моего возраста там никого нету, как будто. И вот там надо найти. И вот теперь первое, просмотрели по творению доказать. Второе, не верить, что Библия – Слово Божие. Вот мы доказали. А до Панина кто? До Панина никто не было. Просто надо было верить. А сегодня открыли цифру 7, а я не верю, я, допустим, еще доказательства-то. Но надо поверить. Господь говорит, я послал, я сказал, ко мне придите. Веры нет, ничего и нету, все пустое. А вот сейчас начинается третий пункт. Здесь коротко-коротко будет, но здесь нужно Сергею Павловичу останавливаться и дальше рассуждать. Здесь рассуждение, потому что я не мог все записать. Я просто брал ключевые места Писания и как их объяснять. Дальше, ну, место Писания есть, но как его понять? Как именно к какой категории людей отнести? Попутно, Сергей Павлович, ты меня слышишь? Да. Ты не мог бы меня завтра свозить к митрополиту, подать ему прошение, чтобы в воскресенье у нас службу провел? Если машина заведется, свожу. Мне надо точно, чтобы было. Ну, на такси съездим. Съезди. Ну, если нет, я тогда как-то должен с кем-то связаться, идти-то мне далеко. Ну, вот так, дальше. Я отхожу, все остальное понятно. Сейчас будет непонятно, и тогда мы снова встретимся. Давай. Так, сейчас я еще
Андрея подключу. Что-то еще не разобрался. Так. Андрей Ложкин подключился или нет? Сергей, вы выберите нашу группу сначала, а то вы его добавляете не туда, по-моему. А, тут какой-то безымянный чат, ага. То есть вот нашу группу, потом вот сюда, сюда добавить. Добавился, нет? Да, вот он пишет, все, присоединился. Новая версия, не разобрался еще тут только. Итак, третья категория людей, которые говорят о себе: я слишком слаб. Чат пишет, да. Ой-ой, так. Надо у Людмилы там что-то, видать, это клавиатуру, на клавиатуру упало, она делает снимки и отправляет в группу всем. Зачем? Людмила, прекратите безобразничать. Так, а как вот мне теперь сделать-то, чтобы я этот чат-то увидел? Вот это. Новый чат, новый создать. Опять на него жму, опять ничего не происходит. Нет, там справа от микрофона, слева от микрофона внизу. А, вот, все, забываю. Вот я теперь сейчас вниз прогоняю. Мне вот эту единичку надо убрать, чтобы она меня не смущала. Все. Сегодня день безобразников. Кто-то позвонил, кто. Так. Бояться быть христианином из-за своей слабости – это новая отговорка, о которой не читаем ни в житиях, ни на страницах Библии. Это уже вовсе по-советски, что когда измерял силу, здоровье тех, кто пожелал... так, простите. Это уже вовсе по-советски. Кто когда измерял силу, здоровье тех, кто пожелал следовать за Христом? Никто не сможет признать Иисуса истинным Господом, если не соделает это Дух Святой. 1 Коринфянам 12:3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Апостол Павел был испытанный, сильный боец, настоящий ротоборец, но гонения для него были посланы такие, когда он поднял руки и возопил: «Ничего не могу поделать, твори ты, Господи, как знаешь». 2 Коринфянам 12:9. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Если человек надеется на себя, на свои силы, на свой твердый характер, на свою стойкость, это быстро улетучивается, испаряется при заключении, при пытках. Велика ли сила была в детях, которых казнили? Вспомните сыновей Маковейских, но они, а также девочки, вера, надежда, любовь, показали такую силу духа, что сатана попятился перед ними, как перед Иовом, и они одержали полную и примерную победу, став образом для сильных. 2 Коринфянам 12:10. Посему я
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Давид показывает нам пример, что когда трясина засасывает, остаются над поверхностью только губы, чтобы прокричать Богу, помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. И хотя Давид молился Богу Иегове, но убрал Бог гонителя руками филистимлян, Саул погиб злой смертью. Псалом 39:3. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои». Вторая книга Царств, 22:7. «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Ну, давайте остановимся, порассуждаем, что здесь непонятного, может быть, кому-то, или что-то хочет добавить. Игнат Тихонович, дальше читать. Вы просили останавливаться. Читай дальше. До конца дочитаешь, и тогда снова будем возвращаться и по пунктам. Хорошо. Господь ищет тех, кто признал себя ни к чему не годным, немощным. С этим качеством как раз и одерживать победы. Вы из себя представляете самый удобный материал для спасения. В таком состоянии слабости духа как раз и был Гедеон и оказался лучшим, наиболее пригодным для руководителя и для спасения даже целой страны от злых врагов. Книга Судей, 6 глава, 13-14 стихи. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Порассуждайте о Гедеоне и ответьте, почему Бог из всей страны не избрал на такое важное дело никого, а вот такого недотепу, что и за себя-то не мог постоять, но оказался именно он спасителем, героем веры. Не потому ли, что он в немощи своей во всем доверился Богу и с горской героев вышел на несметные полчища и разгромил их к утру? Евангелие от Луки 17:10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, чтобы что должны были сделать». Когда человек мыслит о себе, что он что-то представляет, что-то значит, это и есть та сила, какую он в себе еще чувствует по природе своей физической или нравственной. Перед Богом же как раз и нужны те, кто полностью капитулировал и отрекся от своего «я» и растоптал себя полностью. Вот теперь и пришло время Господу действовать. Евангелие от Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Дитя немощное, слабое, но его сила в том, что оно доверяет своему отцу и держится за его руку. Даже если и подскользнется, но оно повиснет на его руке, так как отец крепко держит его за руку. Пророк Исаия 41:13. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Вопросы?
Владимир Пащенко, есть что добавить вам по прочитанному? Есть. Есть, конечно, добавить. Это я вот один из тех кандидатов, который осознал всю свою немощь и открылся перед Господом. Поближе, Володь, к микрофону, плохо слышно. Я говорю, как раз из тех людей, кто осознал свою немощь и полностью доверился Господу. Вот у меня было еще на Урале, когда я обратился, братья мои проповедовали в разных местах, я с ними тоже ходил. Вот, и одно время Господь мне положил на сердце пойти по вагонам и благовествовать. Обычно ходят, конечно, по двое, но я тогда как бы один оставался от братьев. Решил один ходить. Вот, подготавливался, заучил места Писания. Вот, ну, все время были какие-то смущения, страхи. Вот как апостол Павел говорит, когда пришел к этим, я сейчас не помню, к Коринфянам вроде бы, в первый раз. Он говорит, я был в страхе и трепете. То есть он осознавал, что языческий город, что его могут убить там запросто, ну и так далее, все эти сложности. Я точно так же. И когда я в вагон садился, молился, читал Слово Божие, и перед тем, как встать на проповедь в вагоне, у меня еще какие-то были смущения. Но когда вставал, все это сразу уходило. Все, как рукой, говорят, снимало. Все, начинал открыто перекрестился, Библию в руках, и начинал благовествовать. То есть минут пять на это уходило, рассказывал о грехопадении человечества, как это потом пришел в мир Спаситель, и чем это заканчивается, судом Божиим. То есть вкратце так все. И переходил в следующий вагон. И вот так вот в течение несколько, даже раза три выходило, в воскресный день я ходил из одного поезда в другой поезд, садился, брал билет и проповедовал. Пока не начались препятствия. Об этом узнали, и меня начали проводники уже запрещать проповедовать. Все. Ну, вот такой пример. Ну, это ты немножко о другом вопрос. Тут тема, что вот человек говорит, я слишком слаб, чтобы быть христианином. Вот у тебя было такое, когда вот ты еще к вере приходил, через кого ты, через братьев же на Урале, через Смирнягина обратился, были ли у тебя такие мысли, что да какой я там, я слабый, мне вообще никогда на это благовестие не выйти, я такой робкий, стеснительный, вообще, как вот это вот, было у тебя такое, если да, то как ты это преодолел? Конечно, и было. И как? А? Конечно, было. Я же тебе говорил, а сейчас я говорил, что эти страхи, смущения, даже перед каждым благовестием у меня все это было. Но это я побеждал молитвой. То есть я молился и доверился Господу. И все, Господь сам все делал. Ну ты побеждал молитвой. Тот человек, кто молится, то он верит. А тот, которому мы говорим, говорит, да я слишком слаб, я там грешный, супергрешный. Ну что значит слишком слаб? То есть он, когда человек богатый, ощущает себя, ну как вот есть такое, блаженный, нищий духом. Я раньше думал, да как же они блаженные, нищие, надо быть духовно богатыми, тогда ты сейчас счастливый будешь-то. То есть я не понимал истинный смысл. А что такое нищета духа? Это когда человек сам себя осознает перед Богом ничем. И тогда в этом человеке сила Божия проявляется. Аминь. Вот пока ты не осознаешь себя там червем там или там прах, ты в прах возвратишься, что вот ты уже погиб окончательно и бесповоротно, ничего не будет. То есть твоя гордость, когда ты надеешься на собственные силы, ты сам без Бога проживешь, ну а раз тебе Бог не нужен, то ну и как он в тебе будет действовать? Да никак он. Есть такая поговорка, насильно мил не будешь, ну и Бог тоже ну, не может никого, он кротко стоит в двери, стучит, пока ты сам сердце свое не распахнешь. А ты его никогда не распахнешь, когда на свои силы надеешься. Тебе Бог не нужен. А зачем? Ты сам сам. Вот. Дело в том, что, брат, что порой человек этого не осознает даже, что надеется на свои собственные силы. Он говорит, я не могу, я молюсь, а Господь мне не помогает. То есть он даже не осознает, что он все-таки надеется на свои силы, а не на то, что Господь ему дает. Ну, да, я тоже, вот у меня знакомые были, вот спортсмены они, надо надеяться только на себя, на свои собственные силы, никто тебе не поможет. Понятно, что он в Бога не верит, но вот это вот, и я говорю, а мне Бог помогает, ты один, а нас двое, ты один без Бога, со своими силами, а у меня двойная сила, моя и Божья, и кто из нас
сильнее. Смотрю, глазами хлопает. А гордыня-то не дает. Кто сильнее, двое или один? Ну, а вот самбист, он, конечно, может убить. Да я один могу и толпу раскидать. Ну, толпу раскидаешь. А легион ангелов, если Господь, который мог бы призвать, когда его распинали. Что будет? Сергей! Да. Сергей! А я хотел бы как бы добавить, вот слабый для христианина, ну, как для христианина, это на самом деле хороший признак. Мне так кажется, потому что как бы много людей, которые слабы для христианина, но они в дальнейшем, в будущем становятся таковыми. А много людей, довольно-таки очень сильно много, которые считают себя христианинами, но на самом деле в десятки раз грешнее тех, которые считают себя слабыми. Поэтому здесь немного как бы спорный вопрос. Как бы, может быть, Бог и посылает нам эту слабость. Ну, я так считаю, как бы. Ну, мне так кажется. Ну, давайте разберемся, что такое слабость и как Бог может посылать эту слабость. Человек говорит, вот что мы сейчас прочитали, я слишком слаб. Поэтому отстаньте от меня и со с вашей верой, и у меня ничего не получится, я не смогу ни поститься, как вы, ни на благовестие никуда я не пойду, мне стыдно. Ну что еще тут, вот он как бы... Поддержать этого человека. А в противном случае есть люди, которые постятся и все эти лицедействия совершают, но толку от них значительно меньше. Я не говорю там, что как бы есть такие люди, но такие люди присутствуют. Но это лицемеры, которые только для людей стараются быть как бы праведными, а сердце же их далеко стоит от меня, Господь говорит. А у слабого человека, как бы, ну, скорее всего, таких мыслей не будет возникать, вот этой вот гордыни и всего остального. Ну, здесь, как бы, к славам, как говорится, мытари и блудники вперед вас войдут в Царствие Небесное, которые вот, ну, потому что они ощущают себя такими. А фарисеи, они считали себя праведниками. Вот этот вот пример. То есть не будьте вот этими, как вот фарисеи, которые вот, ну бывает, что вот фарисей подходит к грешнику, грешник говорит, да какой я там блудник, мне никогда прощения не будет, я там убийца, там вор, там мытарь, там, вот. Ну, это вот уже отчаивается человек. Есть слабости, в этом варианте то вопрос, да, возникает о слабости. Но просто есть такая слабость христианская, которая у христианина присутствует, он как бы, ну, боязно ему боится, как бы не может, не знает, его никто не направляет. Но здесь говорится, он называет себя слабым, а это отговорки. Отговорки, то есть прочитали, то есть, ну как, помните, когда говорит, идите... Соберите мне на пире. И они все как бы сговорились и стали отговариваться. То есть у меня там, я женился, я там валов купил, мне на поле надо идти посмотреть. Также вот эти вот, они прикрываются своей слабостью, то есть я никогда не смогу ничего не это. Как его убедить? Читали сейчас, что ему в первую очередь, на что указать? Брат, можно? Давай. Привести собственный пример своей вот этой именно немощи. Вот я себе сейчас пример привел. То есть, вот чтобы я вот так просто вышел на благовестие, это мне надо было многое внутри себя преодолеть. И не только как сам я именно свои силы, а то, что я молился об этом. То есть я осознавал свою немощь, осознавал, что я с детства очень был стеснительный, и из меня, как говорится, едва два слова вытянешь. Я не был, как вот бывают люди, как обращаются к Богу, у них, как говорят, язык подвешен. У меня такого не было. И мне надо было долго молиться, чтобы Господь мне дал это дерзновение. И вымолить у Господа это. Господи, дай мне веру эту. Дай мне, чтобы я мог с дерзновением проповедовать людям Евангелие. Потому что я понимал, что это. Я же понимаю, что я пришел, был безбожником, погибшим. Господь меня, как говорится, как вот этот царь Давид говорит, поставил на твердом основании. Из тенистого болота вырвал. Я должен другим об этом указать, чтобы и они не погибли так же. Ну, то есть, чтобы человек молился. Главное, чтобы он молился Богу, а Господь раскроет его талант. А если он с двойным сердцем подходит, то, конечно, ему ничего не дастся, как апостол Яков говорит. Что человек, двоящийся мыслями, не это, как там дальше говорится, что он
То есть человек, который начинает как бы такие отговорки строить, да я слишком слаб, да у меня ничего не получится. То есть твой совет это начинать ему молиться. Молиться о чем? Чтобы Господь дал силы, да, раз ты слабый. Веру и силы, да, веру именно в то, что Господь сможет тебе это дать все. По твоей вере. А если ты будешь сомневаться в том, что тебе Господь даст, будешь как волна, ветром поднимая, развиваемую, ничего тебе не дастся. Мы же все берем верой, и Господь по вере дает нам все. Игнат Тихонович, есть что добавить? Пожалуйста. Я тебе скажу, а ты попытайся добавить. Есть такое песнопение поется Литвинова о гордом дубе. В суровых горах одиноко меж скал. Вот так вот зарядить и сейчас сделай, чтобы все прослушали. Это как раз доказательство того, что бывает с сильным человеком. На это тебе потребуется несколько секунд. Поет Литвинова именно, она автор и сама поет. Другие не так как-то вдохновенно. О гордом дубе песень. Что с ним случилось? У нас по Теряевке на костре пятничном выступал один и этот считал. А потом сам впал в это дело и все разрушено было, сгорело дотла. Полностью совесть сожженная стала. Вот гордился, никого не слушал. Включи, чтобы все прослушали. Песня Литвинова о гордом дубе, да? О гордом дубе, да, Литвинова. Она лучше всех поет, я так, для меня кажется. Она автор этой песни. В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал. Седое столетие с порытой прошло, как бурю семя туда занесло. Что долго там копаешься-то? Ох, долго. Ну найдите вы, нету, она не. То так ты и не нашел еще даже. Картинки. Так бы сказал, что плохо ищешь, что я бы давно нашел. Давай. Володя, иди сюда, возьми в руки. В суровых горах, одиноком скал, дуб гордую крону. Свою преклонял. Столетий немало с порытой прошло, как бурею семя туда занесло, как бурею семя туда занесло. Немало встретил на долгом веку обвалы и ветры, и зной. Ущельем шумел, заносчиво он.
Каким бы талантом ты вдруг стал, какой бы силой хвалиться не стал. Но помни, что ты противиться мог, но помни, что гордый противиться мог. Ну, смысл песни, да, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Что дальше? Так, вопрос еще по этой теме. То есть, ну как вот ты разговариваешь с человеком, который вот, ну, считает себя вот таким тут-тут-тупом. Агрозе, так, сейчас. Игнат Тихонович, вам слово. Понимаете, теоретически на картинке рисовать... Микрофон не включили. Теоретически на картинке рисовать орудия, танки, самолеты, это хорошо. Но если ты никогда не садился за руль, ты ничего не сделаешь. Вот войну так и было. Неподготовленных танкистов сажали, и они гибли тысячами. Так, точно так здесь. Надо научиться разговаривать. Он говорит, я слабый. Главное, слабость. А вот теперь покажи слабость, насколько это важно. Что слабый человек как раз Богу и нужен, чтобы благодать все взяла в свои руки. А не так, я сильный, я сумею. Вот это... Вы дома обязательно прослушаете это песнопение и слова, скажите, слова, чтобы знали где. Почему я на него и указал, это необходимо знать. Вот места, которые здесь указаны, выписать отдельно и заучить. Сделайте картоночки, как у меня Володя делает их. У него, наверное, сотни картонок. Заламинировал, чтобы не стиралось. И рассуждай. Воображай, что перед тобой такой человек. Я слабый. Ты начинай показывать место Писания одно за другим. Господь таким и дает. Когда человек сознается в немощи своей, то я не могу ничего, Господи, ты сам это сделай, я готов, покажи, сделай, мне не устоять. И вот тогда ты поймешь, что это значит работать с людьми. Каждый стих требует отдельного подхода. У тебя должны быть какие-то примеры из жизни. Где это было, когда человек был немощный, совсем немощный? И что Господь с ним сделал? Из литературы, из истории. Совсем немощный. Ну что такое камушек один? Ну, их камней-то сколько валяется? И Давид маленьким камушком, не снайперской винтовкой, поразил Голиафа. Он на себя надеялся, Голиаф, он выступал против. Ты на меня идешь, как будто на собаку с палкой. Он говорит, ты хуже собаки. Ты поносишь народ Божий избранный, евреев. И вот тогда ты увидишь, как тот человек принимает или не принимает. Беседовать надо где-то в отдельной обстановке. Ну, тут вот мы зашли в эту рулетку-то, тут сильно не расширишься. Все куда-то спешат, как попы после праздника. Ну, некогда, некогда, некогда. Это ложь. Когда будешь умирать, одну секунду времени поищешь, но ее не будет. А сегодня много секунд этих. Один смерть постигла его, в житиях святых говорится, он, отче, помолись, чтобы Бог дал мне там минут пять покаяться. Он говорит, сын мой, сколько этих минут-то было, сколько тебе говорил, почему же ты спал, а теперь уже сказать не можешь, смерть, инфаркт, инсульт, да мало ли еще нету. Вот эту немощь нашу, ее нужно Господу показать, я ничего не знаю, наполни этот сосуд, силы нет, поддержи меня.
и ты увидишь, простые слова покажутся людям непреодолимым препятствием в твоей стороне. Полчища будут, все рухнет. Ну надо просто, я говорю слова, но эти слова ты подтверди на деле. Каждый день такая возможность представляется. Человек, да я не хочу верить, это что там, кто это знал, кто видел. То есть Бога никто не знал, не видел, это первый. Ну, Бог-то создал человека, ну а кто знает, что надо делать, ты Богу угожаешь. Вот это второе правило, Библию. А вот третье, вот теперь по номерам будет идти, на сколько групп разбивается человек, человечество. И покажи, я слабый. Иначе, если есть, можешь, приведи пример из своей жизни. Да, я слаб, я не знал. Все против меня поднялись, и родственники, и прочее. У меня вот сегодня, только сейчас ушел, был юноша из мусульманской семьи. Я сегодня к утру поставлю ролик. Мы с ним разговаривали. Я говорю, ты знаешь, куда идешь-то? Ты к христианству идешь. Какая причина там указана? Но тебя убьют они, если узнают и здесь. Убьют. Ты готов к этому? Да я не... Вот приготовься, доверься Господу. У них прямо указано. А это дьявольское указание. Почему? Дьявол есть человек-убийца и лжец, клеветник. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. А у них это считается за образец. Если мусульманин пошел в христианство, найди его и убей. У евреев тоже есть лозунг неофициальный. Найди лучшего христианина и убей. А у нас как? Найди самого беднейшего и помоги подняться. Они не просто, их сравнивать не с чем в стране с христианами в этом вопросе. Тут мы уже оставляем все в стороне. Развей эту тему на каждый стих отдельно. Какие примеры, как. Вот тут начинай работать. Хорошо, когда ты выходишь где-то в эфир, где-то идешь, и такие люди будут встречаться. Они обязательно будут встречаться. И ты сразу определи, к какой категории его можно отнести. А по каждой категории сейчас двигаться дальше. Я-то делаю просто замечание человека-практика. Я не теоретик. Такие мне встречались. И вот эти места Писания самые сильные. Ты покажи ему и скажи, давай прочитаем вместе, чтобы его глаза прочитали, язык произнес. В немощи совершается сила. Вот и все. Гордый человек, он не понимает это. Гордые люди много может сделать в жизни, но конец их крах. Вот как у этого дуба. Сверкнул вдруг молния, ударил тут гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какой бы силой хвалиться не стал, но помни, во всем он помог. Но гордым запомни, противится Бог. А теперь по ветру несется лишь прах. Вот. Это что было с верой сказано, с силою, как имеющей власть. А не просто, ну может так, никаких может, да и нет, все же сверх того, то от лукавого. И Господь обещал, он непременно подаст силу. Какое место Писания? Но ты готовься к этому. Внезапно память просветлеет, и ты сразу ответишь. Ну, я опять же собственным опытом пользуюсь. За 56 лет меня ни разу Господь не посрамил. Ни разу, ни в каких больших собраниях у баптистов такие залы, каких-то керетиков не было. Представляли кафедру, и приходилось говорить, и отвечать на вопросы. Вот он задает, у адвентиста седьмого дня однажды я был, и говорит, ну, вот у вас бывает, что... Бабушки в окно смотрят, и вот у нас такое, говоришь, не смотри, они нет, да нет, опять посмотрят. Я говорю, у нас бабушки этим не страдают. Вот какие у вас люди, он говорит. Я говорю, а вы почему не спросите? У нас окна высоко, на 3 метра, и узенькие, и закопченные от свечей, там ничего не видно. А, ну вот тут и оно. И сразу засмеялись. Значит, мы не лучше их. В окна не смотреть. Одна бабушка подошла, батюшка, вот дай мне какую-то эпитемию, ну, наказание, чтобы я не делал это. Он говорит, когда садишься обедать, в окно не смотри. Ты все равно будешь смотреть, ну, пока обедаешь-то. Она через неделю пришла, батюшка, не могу. Только черпну ложку-то, кто-то кричит там во дворе, мне надо посмотреть, то ли внучек мой там, то ли кто. Она самое простое не могла сделать. Почему? Силы нету. Уткнись в тарелку, ты ешь молча, не смотри. Тебя бы не было, что, земной шар не остановился бы? Вращаться. Отошел. А если начнут приводить, например, таких людей, как Гитлер и так далее, то что им отвечать? Что это Господь попускает специально?
вы дальше сами рассуждайте. Я и так разжевал уже, дальше некуда. Мне зачем дальше-то идти? А вот больше такой, ты надеялся на Бога, а теперь молись. И им это будет показано. Вот у меня первый допрос. Я сижу в КПЗ, еще в тюрьму не отвезли. В это время приходит следователь и приводит несколько человек, все кандидаты наук. Я отвечаю очень осторожно. У меня статья самая маленькая, 190 прим, до 3 лет. Но если сейчас я начну говорить дальше там против власти что-то, они мне переквалифицируют на 70-ю, это до 7 лет. Это большая разница. Они, уходя, говорят, какой твердый у вас стержень. Друг другу говорят, его нам не взять. Вот мы были в Турции. Мы переходим в другое государство, нас на таможне затормозили. Мы не показываем, что у нас есть. Мы сами спровоцировали это. Почему? А потому что нам поставили пломбу в Грузии. Ее не надо было открывать нигде. Но нас русская мафия окружила. А вот там-то, там помогут, то туда-то нужно вот $100 дать, а потом приходит уже не 100, а 300, а уже через полчаса приходит 500 надо, то есть они нет. Я сказал, ни с кем не разговаривать, никуда не ходить. Поднимите руки и молитесь, стойте. А прямо напротив нас тут это идут люди в город, и все это застеклено, и через эту дорожку стеклено, ну рядом прям камнем добросит-то, полицейский участок-то. И полицейские выходят и смотрят на нас. Мы всю ночь молимся, подняли руки. И утром у них у мафии смена, другие уходят, приходят, ему говорят, это вот эти, дескать, из России, вот такие лохи. А этот увидел, как мы молимся, проходит и говорит, нет, этих нам не взять. Я хорошо слышал еще. Этих нам не взять. Почему? Мы небо касаемся, стоим руки, руки поднятые. Этих нам не взять. А если бы были какие-то знакомые, заступались, ничего бы не было. А дальше уже днем полиция, все здесь мешались и нас отпустили. И нам там эти турчанки, давай-давай там чаю попить и расположение такое. Только благодаря молитве. Мы признали, полностью мы поражены, нам не выехать. Немощь абсолютная. Возьми, Господи, ситуацию в свои руки. И Бог взял. И такое было не один раз. Ничего не знаю. Дорогой проезжаем, там, кажется, из Болгарии. Документы забрали, не отдают. А почему? Вот какое-то подозрение в министерство. Я говорю, они врут. Суббота, какое министерство? Уже темно. Ничего не делать не надо. Ну, мы не можем выехать. Паспорта-то у них на руках. Я пошел их и предупредил. Мы тоже будем сообщать посольству, и вы задержали нас несправедливо. Отошли, вышли, поднимайте руки. Мы встали, подняли руки и стали молиться. Теперь я говорю, в машину. Закрываем шторки, не будем выходить, ничего. Проходит минут пять. Бежит оттуда дежурная, билеты нам приносит, наши паспорта подает. Я говорю, так не пойдет. Били принародные, хотите тайно отпустить? Давайте того, кто нас остановил. А его нет, он уехал где-то, то есть спрятался какой-то там военный-то. На них Бог навел страх. Но мы еще постояли маленько, помолились и поехали. Ничего не делали совершенно, только молились. И она сама прибежала из этой высокой таможни, где прибежала с документами. Никакой взятки не давали, ничего не говорили. Мы показали полную немощь, мы ничего не знаем, мы закрылись. Отошел. Так, четвертое. Так, час у нас прошел уже, незаметно пролетел. Может, у кого-то вопросы есть? Пожалуйста. Ты добавляй всегда, что вопросы не по тематике, а любые. Да, ну я сказал, час прошел, любые вопросы, не по теме. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Вот вы говорите, в чат-рулетке выставили ролики, а уже 9-й номер и нету никакого больше. Не понял, что нету? Вы один ролик только выставили, уже под 8-м или под 9-м номером, а где остальные-то? Остальные в администрации. Они их там прорабатывают, соединяют, как чтобы было. Мы первые, не знаю, раз запустили, а там матерки были.
И нам сразу же из Америки вещи сказали, у вас такое. Мы тогда сразу попросили Сергея Евтушенко, умница. Он взял, все переработал, вырезал, убрал и поставил на место. А остальные 7 находятся там, в администрации. Они раз в неделю выставляют. Это большая работа. Благодарность, я не знаю, здесь или нет, Калиников Виталий-то, я не вижу его. Он говорит, настоящий фильм сделал, сегодня с Америки мне звонили. А Сергей, биографию его, там песнопение. Да, мне понравился он очень. Читает, и стихотворение очень удачно подобрал. Ну, его нету где-то. Спаси Христос. Аллилуйя. Будем ждать тогда. Когда ждать? Они уже там где-то в обработке. Если начнут выставлять, я могу к утру уже по одному выставлять. Но пока нету. И нету, и все. Сначала я переживала за вас. Как вы зашли туда в ад, правда? Да. А потом смотрю, люди некоторые есть, слушают, слава Богу. А теперь мы оставляем те, которые слышали. С кем хоть несколько слов сказали. Да, правильно. Ну что? Нету его тут. Игнатий Тихонович, добрый день. Добрый. С миром. С миром. Хотел спросить, вот такой вопрос. Вот, кто с покрытой головой мужчина, молящийся, постыжает свою голову. Ну вот я иду по улице, мороз, или руки заняты, у меня шапка на голове. Можно ли воззвать к Богу? Ну хоть мысленно-то. Можно и нужно. Речь идет о том, когда мы в нормальной обстановке. Вот, допустим, первые христиане молились, крестообразно протянувши руки, как крест, и на землю ложились, а где? В подобающем месте. Не на дорогу, а в подобающем. Дома у тебя там ковер разосланный или что-то. Так и здесь. Вот едем дорогой, а нас везут, я был, работал строителем города Искитима, ну и садятся в машину, мороз под 40 градусов. А мне молиться надо. Я шапку снял, как будто поправил ее. Все, воззвал Господи, услыши. Надел шапку, и дальше сижу и молюсь. Про себя никто не видит. Спаси Христос. Аллилуйя. То есть постыжением головы будет считаться, когда где-то там молишься ты в храме, например, когда все с открытой, а ты шапкины, тогда будет постыжение, или там, я не знаю, там в доме. И вслух, конечно, это не принято и правильно. Да, и уличные проповедники, они некоторые зимой проповедуют в шапках. Ничего, да? Ничего, потому что это обстановка такая. Ясно. Ну, там сказано, что головной убор – это знак власти мужчина над женщиной. И для ангелов. Это у женщины, про женщину говорится. Про женщину, про мужчину нету. Ну, а молящаяся, тогда такой же попутный вопрос. Если вот женщина, ну, без платка, и она в мыслях, ей же не грешно молиться в мыслях. Все, она без платка, она не молится. Она не молится, и все, весь ответ. Она без платка. Да без платка на морозе она не будет. Она должна надеть. Она даже зимой ходит без платка. Они не молятся. И не знают. Женщина без платка, чтобы молилась, я еще ни разу в жизни не встречал. Я спрашивал таких, вы молитесь, когда идете? Нет. Она вообще не молится. В данном случае нам до мусульман очень далеко. Они все в хиджабе. Ну как? Как я? Неужели они мысленно не могут без платка к Богу мысли направить? Так, не будем закручивать обстановку. Сказано, без головного убора, значит, постыжает голову. Все, она может молиться и постыжать голову свою одновременно. Научитесь коротко, ясно, четко выражать мысли. Какой бы ты исход ни придумал, все время помни, это позор перед Богом. И никакого нету тут возраста. Какая бы ни была девочка грудная, она должна быть в платке. Вот как у нас это сделано. А не как у старообрядцев, пол головы открыто. Она не замужем. Алло, смотрите, чтобы мимо не прошли.
Интересно получается, то есть мужчина, молящийся в шапке, не постыжает голову, а женщина постыжает, какая-то дискриминация получается. Ну, мужчина. Не надо говорить, все ясно. Ничего не ясно. Ну, не ясно, значит, пока с этим оставайся. Ясно, что на голове ничего не должно быть, где позволяет температура и прочее. Так, вопросы еще, пожалуйста. Никак не могу свою хромину ветхую подвинуть, чтобы в 4.40 вставать. Что посоветуете? 4.40. Интересно, я всегда вставал в 4.40. Но вот сейчас такой наплыв, отвечать надо то другое. Я встаю в 2.20, 2.30, редко, даже еще раньше. И все. Я тут работаю, печь затопляю, а в 4.40 Володя уже у него будильничек там или что-то уже встает. Еще маленько погодя, Надежда Васильевна из другой комнаты через колесо приходит, начинаем молиться. И ни разу, никогда не было, чтобы сбой был. Просто ни одного случая. Это как себя настроишь? Я дома вставал в 4.40. А когда меня арестовали, подъем-то у них в 6 в тюрьме. Все, звонок общий раздастся, такой ясный звонок-то. Я просил одно, Господи, не отними духа молитвы. И вот ровно в 4.00 за 2 часа утренняя молитва у меня будет. Поднимает Господь, а лампочка горит все время. Так что охранники в окно смотрели на часы буквально до секунды. Я не пошевелюсь, лег спать, поздно. Вставать надо в 4. Утренняя двухчасовая молитва. И это каждый день. И днем раз 5 на молитву. По часу полтора. Псалтырь просчитывался за 2 дня. Каждый раз через 2, 5 по новой. И в эти же дни считаю Новый Завет. Каждую неделю полное прочтение Нового Завета с рассуждением. Просто четко себя держи в этом. Никакие игры не играй, никакие шахматы, шашки. А то священники сидит и играет, или лежит целый день. Ну и какое тут уже, обстановка-то совсем другая. Ну там дела всякие возникают, этого подвести, этому помочь, этому привести, тут на работе сделать, еще что-то, постоянно дела, дела, дела. А если я 4 часа, например, сплю, ложась там, ну, поздно, после 12, то я вообще потом хожу, падаю посреди дня-то. Ну, вот ничего, больше сказать не могу. Значит, надо тренировать тело свое. Я тоже так же думал. Потом стал по 5 минут отрезать. И сон дошел до 2,5 часа. А у меня работа серьезная. Я работаю, печи кладу, целый день работаю, днем глаз не зажмуришь-то. 2,5 часа. На ночь самая легкая работа. Я сижу переплетом занимаюсь, одновременно слушаю записанное на пленку творение Златоуста и составляю симфонию, выписываю нужные места. И так каждый день. Я попробовал ниже 2,5 часов спать. Не получается, сильно днем я уже спотыкаться начал. Все, я понял, дальше не мое. 2,5 часа. Я никогда не знал, но я забунтовал. Как так? 8 часов уходит на это. Хотя я по 8 и не спал, но все равно. И Господь сразу услышал и дал. Сейчас я уже не претендую на это. Я вот что заметил, бывает, я, говорит, не знаю, как у меня жена, верующая, неверующая. А вот как она встает, поставь 4.40. Если она неверующая, тебе ее не поднять. А если она верующая, она тебя будить еще будет. Молитва – это главное, чем можно проверить человека. Главное. Пост и молитва. Сейчас вот будет Великий пост, 7 недель. Вот сегодня среда, масла нету. Нету, значит, даже у меня в лагере я никогда не переступал. 45 лет ни разу не нарушили. И мы не считали это какой-то подвиг, просто нормально и все. Мир вам, Игнат Тихонович, да. Это Роман. Вот вопрос по поводу, можно ли сказать, что литургия – это самое важное, самое святое, как бы, в церкви. Именно так. И особенно литургический канон. Это сердцевина всего. Как считает, небо сошло на землю.
Тут беспрекословно надо принять. Речь не о проповеди, не о благовестии, речь идет о богослужении, о претворении хлеба, присуществлении, как принято называть, в тело и в кровь. Иже херувимы тайно образующие. Я говорю, не знают, что поют. Это означает, мы, стоящие здесь, из себя представляем херувимов. Мы! Вот главный это спектакль, где в жизни. То есть, можно сказать, что самое важное, как бы, литургия, это люди, а они как бы не сам... Потому что, может быть, если люди не, как бы, недостойны литургии этой, то она не проходит на самом деле. Они не должны быть. Оглашенные, изыдите. И лица оглашенные, изыдите. Трижды возглашает диакон. А никто на это не смотрит. А некоторые священники вообще это выбросили. Они народом-то не занимаются. И поэтому балагурят там. Всякую вот делают то, что не надо. Замри все, не переступай. Устремись на небо. Это самое торжественное, самое таинственное, самое сакральное. Мы реально соприкасаемся со Христом только в причастии. Католики придумали дальше. У них еще второе сакральное – это прикосновение к Папе. Что, еще почитаем, наверное, тогда. Вопросов, если нет. Еще 12 минут. Давайте начнем. Так, четвертая категория людей. Она говорит, что я не могу отстать от своих злых путей и дурных мыслей. Что... такой категории людей, чем мы можем мы помочь. От злых дел отстать намного проще, чем от злых мыслей. Начнем с первого. Знаешь ли действительно, желаешь ли действительно отгрестись от этой заразы? Пьянство, наркотики, табак и прочая пакость. Не думаешь ли, что если не будешь колоться, пить, то умрешь? Или тебе хуже будет? Когда человека арестуют, то он ничего из этого уже не получает и живет. Даже еще и здоровье поправляется. А уж если кто заболеет, даже именно от этой пагубной страсти, то ему уже и радости нет от курева, и пьянства на ум не идет. Значит, можно и даже нужно, и притом... не когда-то, а вот сейчас, не сходя с этого места. Давай помолимся об этом. И будем потом еще раз взывать о помощи к Господу. Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все значит и то, что делает меня рабом привычки. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34-36 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Разберите, чем отличается раб от свободного. Не жалейте на это время. Спокойно припомните книги, кинокартины. Сегодня человек в лагере отбывает. Это советский раб. Так и привычка к табаку или еще какая делает человека полностью безвольным. А такие люди и на должностях бывают, и вроде бы богатые они и довольные, но приходит время, он дрожит, дай закурить. Вот это и есть самое неприкрытое рабство греху. Послание к римлянам, 6 глава, 16 по 18 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Спроси, сколько лет он служит в этом рабстве? И что ему дьявол дал за это? Какие преимущества? Даже воздуха чистого, даже разума чистого, даже жизни чистой не дает. А так и тащит, как собаку на цепи, на свое пойло. Собаку на цепи, на свое пойло. Римлянам 6 глава 20-22 стихи. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Если же это матершинник, блудник, то тут посложнее. Но нужно подробно показать, с чего грех начался, и думал ли он, что так затянет. Начинал играючи ради того, чтобы тебя посчитали взрослым. Шутя, все начинается, но и со всей серьезностью. Не можешь теперь вылезти из этой ямы долговой. Дьявол требует свое с прибытком. Сеешь каждый день в себя, в слизистую оболочку рта, кишечника, такую мерзость, что и сказать неудобно. Болезни сами ли пришли, или ты их призвал день и ночь дымом и воскурениями, давая им знать, что двери тут открыты всегда, и тут хищникам поживо круглосуточно. Послание Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Так, пожалуйста, вопросы. Можно не по тематике, если у кого появились. Ну, поэтому, Игнат Тихонович, что-то добавить, расширить по этой категории людей, пожалуйста. От дурных мыслей, дурных вот путей. Человек думает, что он не сможет отстать. Видите, я вам тут написал, это мой текст идет здесь. Все готовое дал. Начинайте работать. Представляете, вот человек такой-то, и все могу, укрепляющий меня Иисусе. Давай посмотрим, веришь или нет. Все. И входит твой порог. И начинаю это место долбить, пока он не сознается. Действительно, я не обращался. И так дальше идти. Я к этому ничего не могу добавить. А я ответил, как мог. Вот этот текст, который считали, это мой текст. Но эти места, вот, взять самое главное. Теперь его бери и расшифровывай. Все могу. И могу бросить курить. Могу в укрепляющий меня Иисусе. Эти места выписать обязательно. И наизусть заучить обязательно. И повторяй про себя. Другой раз не могу. Вот, огневаюсь, готов убить человека. Мне один пишет, я ничего не могу с тобой сделать. Я вышел, он меня спрашивает, ты что, богомол? Микрофон поближе, Игнат Тихонович. Мне один пишет, он принял крещение. Но он из мусульман. Принял крещение, все. И вот я вышел, говорит, только во двор, а он меня, ты что, в Бога, что ли, веришь-то? Ну, я такого не стерпел, я как дал ему, говорит, и все, чтобы больше не лез, иначе я тебя задушу сейчас. Я говорю, ты что ж делаешь-то? А пусть знает, я христианин. Ну, и ясно видно, что христианин. Ну, а говорит, только делов-то. Я вот иду мимо, по железной дороге, иду с женой, а там пьяницы под забором сидят, эй, борода, здорово! У меня жена сразу раз и дернула, что ты сами свои бороды остригли, обрили, а теперь... Я говорю, я дергаю, ты что делаешь? Он тебе сейчас как кирпичиной по плечу и что ты... Я ему отвечаю, добрый день, безбородые. А засмеялись. Дальше я начинаю им говорить.
не просто его укорить. Но если юмора у тебя нету, легкого, не вредного, то я не знаю, как ты будешь. Иногда обстановку разрядить бывает несколько слов только сказать. Вот мы стоим в очереди билеты брать, а толпа полное здание. Ну, большой, здоровый казах стоит. Не казах, а казах. Вплотную. И по-русски говорит хорошо. Ну, а та, которая сидит, она взапрела там сидит. Кассирша-то кричат, да-да. Ну, нету билетов-то больше-то. Ну, кто-то говорит, ну, что ты сидишь-то? Ну, давай билет. Он, что ты сидишь, давай билеты. А кто-то посмотрел и говорит, вот сидит, раскудлатилась кикимора. Он раскудлатилась кикимора, а потом повернулся. А что это такое? Все как грохнули смеяться, и обстановка разрядилась. Он сам не думал. А другой мужик, это в другом городе было, стоит и дышит, видно, с перегара. А женщина обернулась, фу, дышать нечем. Нажрутся, да и дышат. А он, видно, мужик-то первый раз водки выпил-то, он все одеколон ел. Он, да, выпили, не одеколон. У нас настоящая водка была. Все молчат. Я же ясно сказал, что одеколон мы не пили. И все засмеялись. У него праздник, от него пахнет перегаром настоящим. И обстановку разрядил. Вот и у верующих иногда приходится так именно. Когда вот такой собеседник попадется, дундук неотесанный. Ну вот и ему и где-то что-то скажи. Ты слабый, слабый. Ты не можешь, да? А скажи, в прошлый раз ты вечером с работы тащил, какой сутунок-то, ты не слабый? А что ты видел? Ну, конечно, я видел-то. Ты 4 доски по 6 метров, один волок. Ее одну-то не утащишь. Ну, никому не говори только. Я пол расстилаю, государственные, досок нету. Ну, так и говоришь, слабый. Вот я его потихоньку так как-то. Вот у старобрядцев, у них юмора никакого нету. Совершенно нету. И он все обращает в злобу. Такое свирепое сразу. У меня 2 ребенка старообрядческие, а хозяин хорошо относится и ко мне отправил. А старообрядцы его долбят кому-то, отдал Киритику, там, к Раскольнику. А они сидят. Одного звать Роман, а другой что-то забыл, я кажется, тоже Дмитрий. Вот. И фотографию-то поместил в книге своей, к истинному православию. А старообрядцы увидели, ну что можно сказать-то? О, никоньяне, как ненавидят старообрядческих детей, даже в храм не запускают. А еще храм даже, они первые пришли и сидят с руководительницей на скамейке, на крыльце в храме, в Потеряевке. Ну, никогда бы даже не подумал, что такие слова можно сказать. Но этим удовлетворен. Значит, не зря мы вас ненавидим, ни конья, ни проклятые. Вот отмолятся и домой идут. А у нас еще 2 часа стоять, они уже отмолились. Он молится и злится, что ни коня не пошли раньше его домой. Ну вот это используй все. А говоришь, немощен. Немощен сиди. Жена немощный сосуд. Немощен так пускай не вылазит, а то ведет себя как чугун с толстыми стенками. От мужика пятно мокрое остается. Жена немощный сосуд, и пусть так она себя ведет, не восстает, молчит, подчиняется. Тогда будет видно. Вот так. Ну, давайте помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, достойно есть якого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, величаем. Молитесь, Игнатий Тихонович. Любящий наш Небесный Отец, мы предстали перед Твоим лицом, чтобы восславить дивную милость и долготерпение Твое. И за этот вечер Ты каждого в нашей жизни довел до этого места, чтобы мы склонились перед Твоим величием. Хвала Тебе и слава. Распусти нас с миром, и все слышанное помоги сохранить в памяти, в сердце, быть внимательными к окружающим. Господи, соделай нас истинными тружениками на ниве Твоей, в винограднике Твоем. Тебе, Господь и Бог наш, слава
единая, вечная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси, Христос. Спаси, Христос. Аминь. Аминь.